Бух! Ха-ха! Ну что, устали без ездить с полноценного эпизода ПККР уже 8 месяцев? Ну что, все эти 8 месяцев я хрящу для вас ПККР. Так что приятного просмотра! И, пожалуйста, смотри видео до конца, там очень серьезный сюжетный поворот. Спасибо. Никто не сможет сразить господство меня, Сеголда! Посмотрите-ка, скоро Object Ранск будет моим! Моим! И все будут подчиняться кому? Мне! Кстати, у меня бы ничего не получилось из моих Сони-приспешников! Опять наш враг что-то задумал. Ну ничего, теперь знает, что я, Нинтендер, смогу все разрулить. Так, жалкий фанат Нинтендо, хочешь просто твои отсеки, да? Ты мне не противник. Ну что ж, раз ты так самоуверен, лови-ка моего спиндерш, не бойтесь, граждане. Ведь я тут-тут-тут-бок со своим напарником Нинтендером. Идиот, я не так зовут. Да насрать, короче, поехали, мы тебя разнесем. Тубокс, уходи отсюда нахуй, пожалуйста. Ладно, ладно, ухожу. Так, на чем я остановился? Ах да, точно, сейчас я все разнесу. Ну скоро вы уже... Блин, Вибер, ну вот нашло-то время нас опять отвлечь. Да потому что вас Зет зовет. А, ну тогда ладно, пошли. Итак, вы наконец собрались... Эй, Зет! А помнишь, как ты меня тогда тупо скинул в 4-м эпизоде? Ну да, и что так ты пошел жёст? Так. В общем, добро пожаловать на второе в этом шоу исключение! Так, в прошлый раз, во второй серии, мы набрали всего 10 голосов. Это довольно нормально, начиная еще тогда шоу. Но сейчас, при помощи Вайбера и Ютуба, мы набрали всех 24 голоса! Воу. Так, надеюсь, что те слова Тумера были неправдивы. Ну, изначально мы хотели исключить Тумера, меня... Так ты, ладно, ладно, Тумбер, просто забей на это и успокойся. Итак, начнем. Да-да. Твердый чар тебя делит, ты где? Уже все, еще ну... алфавит собрался забрать. Теперь ждем уже 30 минут. Так, ладно. Ну, у меня тут как бы исключение. Твои исключения. Пусть твой колхост их проводит. Нафиг тогда он тебе нужен. Все, чтоб... Стоп, как штырь тут был через 5 минут. Так, обжектальные мои, и тут на собрание взывают. Так что, исключение будет проводить Зет. Но ведь... НЕ МЕШАЕМ, БЛЯТЬ! Помолчи! Ну, раз Лёра сказал, что надо, значит надо. Слышь, резко был учащён. Так, ну что ж. Пожалуй, начну с самых меньших голосов. А ты сейчас там ничего не забыл? Точно, совсем забыл. Я оглашу тех, кто получил 0 голосов. Сливчиками становятся Спайк, Кипинчи, Кисачка, Фокс, Кэнсел, Прингл. Хе, ну хоть кому-то на меня не насрать. Что так он замолкни? Разрывная Вибер, Верта, Майс и Точил. О нет, кажется, за меня проголосовали. Надеюсь, меня не исключат. Так, думаю, пора начинать дружили... А, точно. Подарки. В общем, все, у кого 0 голосов, получают по пачке сухарей. Ну, это лучше, чем Барбариска. И первый кандидат Керест. Ну что ж, в этот раз ты набрал 2 голоса. Чтоб тебе такое подарить, такое... О! Подарю-ка тебе символ 2020 года. Оу, Керест, это печально, что за тебя хоть кто-то 2 раза проголосовал.
Ну, хорошо, хоть не исключили. Удачи. Так, Тулбокс, я подружу, у тебя все хорошо. У тебя ни одного голоса не набрано, да? Ты уже других начинаешь подбадривать. Ты 4 голоса набрал вообще-то, алло. Что? Алкашину во второй серии ходило столько же, чтобы быть исключенным. Что? Ну, возможно, твой аутизм. Ну, можешь хоть ради приза починить меня? Как скажешь. А глаз? Обойдешься. Так, а следующий у нас идет транс. Что? Я? Ну, да-да-да, ты. И ты набираешь 3 голоса. Я не идеален. Так, спокуха, Майс. Транш. Идеален, я ничтожество. Ну, короче, ты получаешь эту школьную карту для питания. Ну, всего-то 3 человека, ну успокойся. В смысле, я по вашему норму? Ну, конечно, перфекционист ты наш. А если кто-то еще проголосует за транс, то дело будет иметь уже со мной. И со мной. Спасибо, ребят. Так, а следующий на очереди у нас гитаналач, который набрал столько же, сколько и Толбакс. Ну, главное, что не исключили. Да, забирай уже свой контекст и вали отсюда. Так, никто же не удивится, если я скажу, что Скряпыш набрал столько же, сколько Китаналыч. Наверное, нет. Так, ну что ж, ради твоего подарка я решил раскошелиться и подарить тебе подписку на Netflix. Воу! А как мне смотреть его? Его так-то вообще-то в России запретили, а еще у меня рук нет. Так, значит, отвлекаешься от подарка, да? Ну что ж, я ее забираю и дарю тебе опилки. Рот-то у тебя есть? Так, и карандаш набирает. Что? Что набрал? Да всем насрать, ты меня опять сломаешь, да? Да, успокойся, просто поскольку Скряпыш отказался от подарка, ссылка на Netflix переходит к тебе. Воу, вот этот презент. Так, раз что понравилось, лузер. Глянь, что у меня теперь есть. Мне теперь не нужен твой ноутбук с 2 FPS, чтобы для смотреть шоу Чашика. Это не сраный Genshin Factor. Ой, а что, у нас аргументы закончились, да? Да нет, их дофига как раз таки, просто в этой тупой башке они не уместятся. Ой, посмотрите-ка, у нас тут такой весь ученый в говне моченый. У самого-то в голове одни лезвия. Не, ну у тебя точно уже крыша поехала. Связываешь ноутбук и Netflix. И вообще, как ты смотреть-то будешь тогда? Здесь телевизор пил целыми днями занят Пинчи. Что? Не надо, но что смотреть это шоу на канале Мультура. Ах ты так! Ну иди сюда, выродок стеклянный! Не ты, деревяшка избитая! Не ты, точилка, объём! Ну что, доигрался, клоуняга? Воткнись! Ну что ж, остались заключительные 2 голоса. Гадайте, кто это будет? Прингл. Да. Ты... Я остаюсь с 5 голосами, получаю в подарок Барсика в банке. Ну, я исключен. Как ты угадал? Ты получил 7 голосов, Тумбер. И ты исключен. Ну, была не была. А, совсем забыл. Зрители, вам придется сделать довольно серьезный выбор в этот раз. Сейчас будет, поскольку той, кто у нас исключен, будет проведено голосование на нового персонажа. Ну как ты это понимаешь, да? Но выбор не просто из 5 каких-то, а из более 200. Голосуйте в сообществе Viber или на YouTube. Так, объекты, расходимся. Что это с ним? Он что, будто бы забыл, что нужно меня исключить? Ну и ладно, нужно поскорее уходить. Это мне не на руку. Что за х... Скряпыш, чё как? Чё как? Да вообще никак! Неизвестно, что будет с нашим главнокомандующим! У меня не раскрывается МСМ! У меня сломался ВПН, а ещё не могу брать Капхайна! Ну... Гну! Ладно, всё, я ухожу на почту, может там меня хоть чем-нибудь порадуют! Чё это с ним? Ну не знаю, за Тумбера волнуется.
Извините, пожалуйста, я забыл о том, что Google переводчик не умеет переводить язык иврит. Так, стоп. Это тебе уже он не местный, да? И русский он точно технически не знает. Опять же, сорян по той же причине. Ну, Рори, ну как так-то, а? Босс! Ну каким образом вы думаете, что я могу опоздать? Это даже не мной написано. Вот именно, каким образом ты опоздаешь? Ты буквально через стенку живешь. О, ладно. Я прощаю тебе это опоздание как хорошему работнику. Ладно, предупреждай, Ю. Иначе я тебе башку откручу. Окурок? Твердый. Ну ничего, будет тебе прикол, ага. О, привет, Скряпыш, как поживаешь? Так, ты не мог бы мне объяснить все это, точнее нам, помедленнее и понятнее? Ладно, приезжают мои испанские родственники. Вот так это же здорово. Нет уж, но только не для вас. Ну а что такого? Не хочешь ознакомиться с другой культурой? Да потому что они радикальные патриоты. Ну и какую это роль играет? Ну смотри, я расскажу пример, который тебе все разъяснит. Один раз моя и мои родственники пригласили одного моего друга поесть. Но тут случилось непредвиденное. Ох, сит! Ханайда! Гравай, джидор! На следующий день они посадили его в подвал. И чё дальше? Отпустили же всё-таки его. Нельзя же они. Нет. Произошло хуже. Они пустили его на хинкали! Не-не-не-не-не-не-не-не, я точно не в этом. Нет, тебе придется, иначе мы все сдохнем. Знаешь что, а если я не хочу и все? Ну знаешь, пошел к ты. А че у него с голосом-то? Ну, от нас просто только что ушел звукач Гитаналыча. Только раз, не всех зломанах озвучивает, кроме Вибертранса, разрывной мастер Верта и Фокса. Не знаю, ему взломанок стал просто его лень. Погодите, мне кажется, мой голос какой-то не такой. Что-то пришло. А, точно, у тебя пока новый звукач. Что-то не так с системой случилось, и теперь у тебя... вот такой голос. Постойте. Фокс! Чё надо? Ты опять ты системами балуешься? Не балуюсь, смотрел, как они работают. Ну и зачем? Делать больше нечего. Да по приколу ещё. А, ну тогда ладно. Ну... И сколько у меня такой голос еще будет? Это зависит от того, будет ли тебя озвучивать мой друг. Так что, пока живи с этим. Ладно, понял. Озвучили на прокат. Эй, Дволочь! Кстати, а как ты вообще вылечился от спида в прошлом эпизоде? Ну, в общем, как только дочевал, допил свою дебильную песню, а я лежу в отчаянии того, что у меня спид. Ко мне в комнату зашел слеп. Я не вижу тебя, но слышу, как дрожат твои пальцы. Я решил взять черную метку, когда был на грани смерти, но возникла идея. Это что за... Так давай-ка не будем отходить от темы моих родственников. Ну где этот твердый черт, где его носят? О, наконец-то ты пришел. Мы тебя ждем. Твердый лох объелся в лох, слил на лавочку поезду. Так, ладно, раз все собрались, могу начать наше пятое на этой неделе собрание. Заранее спрошу, у кого-то есть вопросы? Ну, в принципе, да, шикарно. А почему именно ты идешь на наше собрание? А не, например, Айк, что было довольно символично. Ну, во-первых, из меня начинается фамилия нашего создателя. Щавельный? А может, Щелка? Наверное, я не знаю. А во-вторых, я так сказал. Я понятно объяснил? Ну, в принципе, да. Так, вопросов больше никто не имеет. Начну тему нашего собрания.
Кто опять дизель спиздил? Не знаю. Попробуй грохнуть своей жену и посмотрим. Да, занятная идея. Привет, дорогой, что случилось? Ну, я вернулся. Осталось лишь положить этот нового дизеля, чтобы посмотреть, украдет ли он. 3 days later. Черт, дизель опять стырили. Ладно, спасибо хоть за идею, но она не помогла. Later. И вообще же помню, что нужно говорить в этом случае. Ну да, получается, если мы случайно попадем в поле зрения твоих родственников, нужно просто говорить «Hola, camaradas»? Да, именно так. Ты запомнил, молодец. Ну а если не скажу? Это ла мьерда, чо де пута? Ладно, все равно ничего не понял. Короче, последний вопрос. Зачем мне маракасы? Ну, если что, будет что-то по типу... музыкального... Так, я... Чё у вас тут вообще происходит? Не время мне объяснять! Короче, вот эти деньги, где куда хочешь, хотя бы не приходи до 7 часов в этот наш дом. Ладно, я пошел открыв... Хола, Ермару! Типа, скажи, что он тут съема Куиновио? Ай, блядь! Куинесе Сачи? Hola, camaradas. Yes, Ivan. Si, chicos. Так, надо поскорее сюда выбираться. Ладно, ребят. На этой неделе собрание закончено. Спасибо за решение проблемы и благодаря идее господина Моти с подрывом Польши. Да, пожалуйста. Всегда готов предложить себе идею. Тогда всем удачи и пока, получается. Так, а вот и ты, главный шутник коллектива наш, твердый. Привет, что такое? Вроде все нормально. Твоих рук дело, не? Дарой, успокойся, это шутка, я решил пошутить. Повелся, я за тобой тоже прикололся, дебил. Ты не там уже закончит. О, кома пуэдо, ливидару история Аси. Аситеры и наремасы с... Ну-ка, чики-брики в дамки, я вернулся, долбоёбы. Что такое происходит-то, мне? Хола, образ русу? Си. Да что ж ты сразу-то не сказал? Мы думали, ты один такой на семье дебил остался, который до сих пор на испанском базарит. А. Ну ладно, главное, что все хорошо закончилось. Хорошо то, что хорошо кончается. Ты не говори. Кстати, ты исключен. Чего? Я побрал, черт зет. Ну ладно. Самое главное, что они пока что меня не раскусили. И оно все еще у меня. Осталось лишь вернуться на базу.